Я хочу пройти. Не надо мне съеду тротуар. Вы здесь не съедете по тротуару. Вставайте назад. Нормально, нет? А что, это все нормально? Тротуар, нет? Ничего? Еще раз, еще раз. Что делаешь? Здесь люди ходят, а не машины ездят. Роджер, здесь тротуар, здесь есть нельзя, здесь люди ходят. Ну, я тоже понимаю. Ну, простите уж. Девушка, здесь категорически нельзя есть, понимаете? Я понимаю. Вот никак, куда бы вы ни торопились. Мне через 5 минут все стеллами хрень пороть, а то он никогда не нарушает. Я и так еще машина сбил, у меня трение вообще никакое. Ну, а вот сотрудник ПС видит. Ты куда спешил? Ну интересно, мы едем уже час, а вы куда? Ну я тоже родитель. Вот на машине еду. Куда вы здесь едете? Здесь можно ездить? Нас ноги сбили. Убери съемку. Давай. Убейте, Саш. Саш, ты. Убери камеру. Саш, Саш. Школу, мальчик. Школу, уроки не прогуливай. Ладно, Мария Ивановна, мы пошли. Вы меня сейчас давить будете? Лёшка, что делаете? Назад езжай. Решайтесь, назад езжай по проезжей части. Охуела, дура, блядь! Так, ты что, охуела, что ли? Пошел ты нахер! Ты что делаешь? Да пошел! Что ты делаешь? Не ори на меня, придурок! Кто ты? А ты? Меня чуть не туда видите. Девушка, я буду пару сбивать, считай, что она права. Она опаздывает. Мне надо заснять, кого я сбила. Ребята, покажите, кого она сбила. Да, да, да. Меня можно. Мам, привет. Вот я сбил ребят. Вот первый. Напали на меня, орали, угрожали. Мы еще и напали. Замечательно. Мы еще и напали. Да, напали. О, опять губки, школьницы. Губки надо. Вот этот молодой человек нарушает мою частную жизнь, снимает меня для Ютуба. Замечательно, красавец просто. Это люди, которые добровольцы и защищают права пешеходов. Замечательно. Так. Это хамство, это... уничижение. А вы знаете, что когда, а вы знаете, когда водитель сбивает человека, свойственно машине мяться?